продолжаю снимать пруды. Это уже третий по счету. Это считается у нас костровой. Вот он, костер, где у нас обычно картошку печем. Песни играем христианские. Поем. Вон там вдали храм виднеется. Скоро у нас уже через час будет богослужение, батюшка. А потом после богослужения он поедет уже в Барнаульскую, в общем. Там будет пасхальное проводить богослужение. Вот удочки летают по Симаковскому пруду. Вот. Сейчас подойдем еще посмотрим третий пруд. Первые два я уже заснял, показал, как они выглядят. Вон они, какие удочки. Радуются жизни. Все дышище да хвалит Господа! Здесь, конечно, сыро все, еще не просохло толком. Сейчас мы подойдем поближе, тут коровы уже все истоптали, ходили. Ну, я вот смотрю на дамбу, там следов от коров не видать. То есть они туда, значит, еще в этом году не попадали. Сейчас посмотрим, как тут у нас слив работает. Работа. Кирпичики вот здесь я укладывал. Вот они, насколько водой заполнились. Сейчас посмотрим. Вот так сбоку посмотреть. То есть начало первой доски вода подошла. Вот, вот просачивается потихонечку. И, видимо, тут тоже сломало доски поперечины. Укрепляли их. И сейчас пойдем дальше. Уже. Вот. Ну да, здесь следов не видать коровьих. Пастухи молодцы, не допустили, чтобы они сюда зашли. Вот наши столбушки проросли. Это уже кленовые столбушки. И от ветлы тоже. Вот. С бочками. Это радует. Меньше нам будет работы. Второй еще ряд посадим здесь колышками. И будет готово. А вот с этой стороны плохо. Но все-таки кое-где почки пробиваются. А тут почти, не почти, а точно, наверное, каждый столбушок почками пророс. То есть, даст Бог, тут будут скоро уже деревья. Время пройдет, сколько-то лет. Корнями все укрепится, весь берег, и уже размывать не будет. Вот, еще плотина сырая, глина тут сырая еще. Вот так вот трещина идет. В тех плотинах тоже там есть, что на лагерном, даже эти трещины вдоль. Сегодня прекрасная погода, ветер только сильный, прохладный, а так бы жарко было даже на улице. Вот так вот. Все-таки труд наш не напрасен, слава Богу. Все обошлось. Там выдержал. Слив сработал.
Слава Христу!